приветствовать во дворце бракосочетания города Смоленск Сильновых Алексея Александровича и Ольги Ивановны. В этом году они празднуют 60 лет со дня своего бракосочетания. Это бриллиантовая свадьба. Алмазных бриллиантовых свадеб так же мало, как и алмазных россыпей. Потому что далеко не каждому посчастливится в жизни среди сотен и даже тысяч камней, которые встречаются в жизни, обрести тот единственный, свой, настоящий бриллиант. И как высоко мы ценим качество бриллиантов, так очень дорого мы ценим ту теплоту, ту любовь, ту заботу и ласку, которую вы дарили друг другу на протяжении 60 лет. Это больше, чем полвека, да это почти целая эпоха в жизни отдельной семьи. И вот это внимание и понимание, которые царили между вами все эти годы, они, конечно, для всех людей, которые вас окружают, пример и эталон отношений в семье. Вы пример любви, которая всегда живет и никогда не умирает. Она бессмертна. И нам очень хочется, чтобы память о вашей великолепной, такой замечательной, красивой паре сохранил наш особый юбилейный свадебный фолиант. Книга почетных юбиляров. Мы очень просим вас подойти к столу и еще раз поставить свои подписи в знак любви и верности. Дарим на память. Посмотрите, какая вы хорошенькая. Ну, это неправда. Это неправда. Просим вас вновь пройти на свое место. А мы сейчас хотим сказать, что праздник бриллиантовой свадьбы – это не просто праздник взаимопонимания. Это исторический день, когда люди, прошедшие бок о бок столько лет, вновь и вновь переживают самые красивые события в своей жизни и возвращаются на 60 лет назад, к тому дню, когда они познакомились. А история знакомства нашей удивительно красивой, что бы там ни говорила Ольга Ивановна, молодой пары, была не просто романтической, достойной пера самого известного писателя. Представьте себе, далекий уже от нас 56-й год. Миловидная, замечательная девушка Оля, незаменимый и ценный сотрудник ФАПа деревни Войново Муромской области, была приглашена 14 октября на Покров, на свадьбу к своей подруге. Покров – праздник особенный. Девушки всегда с нетерпением ждали праздника Покрова Пресвятой Богородицы и загадывали: «Покров, батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком». Мы, конечно, не знаем, загадала ли что-либо в этот день Ольга Ивановна, однако так случилось, что именно на Покров она встретила своего избранника –
Выпускник Череповецкого военного училища Алексей Сильнов был так великолепен, чудо, как хорош в военной форме того самого, как тогда говорили, жуковского образца. Великолепный китель с галунами, синие брюки, а кортик чего стоил, было от чего потерять голову, и чуткое женское сердце сразу почувствовало. Вот она, судьба! А дальше события развивались, ну, почти как в сказке. Вы помните, знакомство произошло 14 октября, уже 18-го было подано заявление в сельсовет, 20-го состоится роспись, а вот 19 октября, днем ранее, с первыми лучами солнца. Наши прекрасные влюбленные сели на велосипеды и поехали далеко, километров за 18, в другую деревню, где их ждал священник. У них не было колец. Пришлось одолжить их у своих знакомых. Вот, говорят, надо верить в приметы. Да не надо верить в приметы. Если есть настоящая любовь, даже если кольца будут заимствованы на эту церемонию, брак все равно будет счастливым и удачным. И когда священник повел Ольгу Алексея вокруг аналоя, вдруг на них, как по волшебству, упал лучик солнца, как благословляя и освещая на счастливую совместную жизнь. Она и была такой, несмотря на все трудности. А как без трудностей в жизни военного? Чего стоят 5 переездов из города в город, 13 переездов с квартиры на квартиру? Но они никогда не теряли оптимизма и присутствия духа. И у нас есть подозрение, что их всегда вдохновляла и подпитывала, и поддерживала муза Алексея Александровича, который не просто отважный защитник Родины, не просто знающий ракетчик, он очень талантливый человек. Он пишет стихи и песни. И эти песни были всегда рядом с ними, что бы ни происходило в их жизни. Конечно, эти песни посвящены Родине, посвящены военной теме. А как же не посвящать их военной теме, когда отец Алексея Александровича получал 18 личных благодарностей от самого товарища Сталина? Это дорогого стоит. Но мы признаемся, что огромную часть песенного творчества Алексея Александровича, конечно, составляют песни, посвященные любимой супруге. И мы сегодня очень хотим, чтобы Алексей Александрович не изменял своей традиции и сегодня также посвятил стихи, ну и песню. Алексей Александрович, можно несколько строк для своей любимой супруги, чтобы все услышали? Обязательно. Я написала, вообще я много написал песен и романсов. Ну вот один мне романс мне особенно понравился, я его прочитаю вот этой красивой девушке. Я гляжу на тебя.